Вот он стоит, трак. Это я приехал на то место, где будет проходить экзамен. В это место заезжают на 90 градусов. Чувачки сегодня в воскресенье утро потренировались и сваливают оттуда. Завтра будет экзамен. Я буду проходить экзамен, ну, на подобном грузовике, такой же грузовичок. Только задние оси у трейлера разнесены, там 10 фит между ними. Это как бы хуже для поворотов, для манипуляций, для всякой такой ерунды. Вот они выезжают. А я сейчас выйду туда, тоже похожу, посмотрю. Посмотрю, где будут примерно стоять фишки и какие радиусы брать. Давайте, оставайтесь на связи, я снимаю дальше. Все, я вот иду, смотрю. Вот эта площадка для сдачи экзамена. Сейчас я включу телефон, чтобы мне точно видеть, что я снимаю и что комментировать. Все, вот на площадке экзаменационная. Ни асфальта, нифига, лужи, грязь. Щебень уже там 100 лет не обновлялся. Все укатано в грязь, надо плевать. Вот там какие-то так два конуса стоят, ограничивающие, наверное, размер, расстояние ограничивают. Вот этот конус. Вот этот конус, как я понимаю, он идет, когда на 90 градусов фигуру выполняешь. К нему надо подъехать передним колесом вот сюда. Вот видно, как здесь люди катались по следам их. Передним колесом он заломался и пошел отсюда. То есть это ограничительный конус. Откуда идет старт на 90 градусов. Вот я приехал сюда как раз таки посмотреть примерные радиусы, как поворачивать, как заворачивать, чтобы потом не лохануться завтра. Завтра у меня экзамен. И проехать правильно. Сейчас я пройдусь до точки, куда мне надо прибыть задом, где мне примерно ломаться. Ломаться на где-то в этой луже уже. Делать дугу и вот туда приехать, к тому конусу. Но это конус правый, надо еще левый будет ближе, якобы ворота Docking Park, паркинг, док паркинг или докин просто называют. Так, второй конус будет где-то вот здесь стоять. Напротив этого 5 шагов. Сейчас я посчитаю, просто чтобы мне самому понять для себя расстояние. Вот здесь даже выкопана яма. Конус остается на месте. Так, идем. Раз, два, три, четыре, пять. Как раз таки, где вот эта вот оранжевая штука забита. Вот. По диагональ смотрим туда. Конус по центру экрана. Прямая линия идет где-то вот так. Ну что я могу сказать? Вижу, что они здесь по радиусу вот заезжали. И дальше у этих кустов окончания, можно сказать, насыпной дороги выехать нельзя. То есть мы должны вписаться вот в это вот расстояние от того конуса задом до этих кустов и задом нормально заехать. И остановиться вы должны ровно перед той палкой, которая лежит на полу. Не переехать ее. Главное не переехать. Так, смотрим. Я положу камень на то место, где этот оранжевый лежит. Мне надо посмотреть, просто прикинуть самому радиусы, куда мне закинуть. Мне так удобнее. Я типа практиковался, знаю, как мне удобнее. Но не как там некоторые советуют. Конечно, советы профессионалов надо учитывать, но я... Так, мне надо выходить примерно на эту точку. И ломать. Ломается. Вот он, трак пошел. Вот она, колея от этого трака. Очень хорошо использовать, когда вот здесь есть уже нарисованная колесами дорога. Вот радиус трейлера. Вот по этому радиусу и надо трак ломать. Вот так вот едет он. И вот смотрите, вот я сейчас вот назад делаю шаги назад. И вот это моя прямая линия с тем конусом. То есть трейлер не прямо задом гонишь и ломаешь в ворота, иначе вам приходится его запихивать туда. А трейлер должен пойти сначала наружу и потом заехать сюда. То есть
искусственно сделать больше радиус. Его надо сломать в противоположную сторону, завернуть и вот сюда вот так вот выломать. Вот, да. Трейлер будет стоять примерно в этой луже, в большой. Да, прям в этой луже будет стоять. И мне надо вот его выламывать. Так, где-то... Давайте подумаем. Где-то вот здесь будет стоять трейлер, колеса. Мне надо будет его... Вот, смотрите, вот. Вот она, дуга идет. Мне надо вот на эту лужу его вывести, на эту дугу. На эту дугу выходим. И круче ломаем. Вот эта дуга, это неправильно. Я вот сейчас вижу, надо круче ломать. Вот так вот ломаем. Заворачиваем. Если уходит, значит еще ломаем, круче ломаем. И заламываем его прям в ворота. Прям в ворота заламываем. Так. И возможно, я не прав. Эти конусы, они центральные, они не первые. Первые конусы вот валяются на этой луже. Вот они. То есть мне надо брать радиус еще больше. Мне надо брать вот сюда. Да, они почти в линию с тем конусом. Так что вот эти вот ворота, они правильные радиусы идут. Так, мне надо вот так вот. Выруливаем. Потому что просто взять, подъехать колесами к воротам и сломаться на 90 градусов, и потом еще умудриться прямо заехать, не удастся. И это была моя самая первая ошибка, которую я самый первый раз сделал, сдавая задом. Но сейчас вот я здесь стою, трейлер. Так, ломаю я его вон туда. Я его заломал немного. У меня конус будет стоять где-то там. Вы, конечно, не видите, но я для себя точку уже определил, где он там у меня стоит. И я поехал, обходя лужи, поехал ломать его сюда. Так, заламываемся. И вот на этот бугорочек. Выламываемся на бугорок и заезжаем плавненько, хорошенечко в эти ворота. Все, вот этот бугорок я имел в виду. Заезжаем, едем прямо туда. И все, наш тест будет сдан. Надеюсь, все будет благополучно. И здесь же, на этой вот площадке, будут выставлены конусы. Якобы мы должны будем проехать зад, вперед, там прямая задняя линия, чтобы была ровная, и все остальное. Все, я сейчас поеду по маршруту, прокачусь, где будет проходить экзамен сам. Я по нему уже проехал и хочу проехаться спокойненько на машине, посмотреть и заехать еще кое-куда. Покажу потом, куда я заеду. Идем дальше. Ну что, друзья мои, продолжаю свое путешествие. Я направляюсь, как я уже говорил, повторяюсь, на маршрут, по которому я буду проезжать завтра на траке, если я благополучно сдам фигуры и pre-trip inspection на нашем маленьком трачке. Следующий шаг — это вот так припарковываемся, как бы маленько левее, пропускаем всех и вытягиваем наш трейлер как можно максимально дальше вот сюда и смотрим, чтобы мы задними колесами не переехали никакую машину, а здесь поворачиваем направо. Так, здесь мы должны на стопе остановиться, перед стопом главное, как мне говорили, и дальше уже подтягиваться вперед.
а не проезжать, стоп, и останавливать. Вот теперь мы протягиваем трейлер наш до максималки в крайнюю вот эту третью полосу. И когда трейлер закрывает дорогу, мы, ну как бы выехал он за перекрест, на перекрестке уже стоит, и он перекрывает всю дорогу. Мы можем выбрать любую нашу линию там. Выбираем, конечно, центральную. По крайней лево ехать не надо, но надо сразу делать это дело. И едем примерно по центральной дорожке. Прямо. Никаких проблем пока я тут не вижу. А следующий левый поворот, он маленько проблематичный, потому что без светофора нам надо будет повернуть налево. И это заехать нам будет в карман. Вот вы видите, тут организованы карманы специальные для левых поворотов. И уступить дорогу встречному трафику. И колесами, не задними колесами трейлера не заехать никому на капот, кто будет стоять на примыкающей дороге. Пространства там маловато, поэтому там, когда мы проезжали, предупреждали, если что-то машите руками, пусть они проезжают. Иначе вам не вписаться. Не вписаться просто. Опа, а если вы заедете, загородите весь трафик, никого там не пропустите, то, естественно, экзамен не сдан. Едем. Здесь по левую сторону аэропорт, International Airport Douglas. Douglas. Самолеты взлетают. И как раз по маршруту движения экзамена нашего, да, есть площадка смотровая на аэропорт. И я хочу сейчас посетить эту площадку. Дядька ходит непонятный. Посетить эту площадку, посмотреть, как взлетают самолеты, отдохнуть, покурить немного. Поснимать видео, если получится хорошее. Вот за то время, которое я здесь катаюсь, проезжал тут недавно, только что проехал поворот и разворачиваться пришлось. 4 самолета взлетело. Посмотрю, запишу видео, если получится нормально, значит нормально. Нет, не получится, значит даже выкладывать не буду. Бирмингем какой-то улица. Парквей, Бирмингем Парквей. Надеюсь, я не проехал тот поворот левый, куда я должен заехать. Вроде бы ничего знакомого я не видел еще. Я в этом районе второй раз только. Первый раз был на грузовике, за рулем, смотрел только на дорогу, по сторонам головой не вертел. Был сконцентрирован на вождении, потому что первый раз и непонятно. Вот он поворот, скорее всего. Вот после этого светофора, да. Надеюсь, когда я буду на грузовике ехать, он будет зеленым, чтобы мне тут не тормозить, блин. Меня еще, кстати говоря, сдаю на мануале. Вышел в Норт-Каролине закон, что если ты сдаешь на автомате, то тебе ставят только автомат. Если ты сдаешь на мануале, тебе ставят все. То есть вот в этот момент мне надо здесь попасть такое, чтобы было хорошо завернуться вот так. И вот этих, кто что слева, не придавить. Подняться в эту горку. Вот самолет взлетает. Смотрите, елки-палки, я иду на площадку смотреть. Взлетает, колеса видны. Блин, даже протектор могу разглядеть. Едем. Едем прямо. Здесь у нас стоп. Здесь у нас стоп. И уже взлетная полоса. Вон там самолет приземляется, вижу. Так, здесь у нас поворот правый. Пропускаем всех и выходим за желтую линию, то есть за центр дороги мы должны уйти. Блин, что я жду-то? Я же не на грузовике. Короче, мы должны уйти за желтую линию, там все это, сделать большой радиус и поехать. Airport Overlook. Короче, мы едем на Airport Overlook. Короче, где-то здесь. Да. Даже улицу так назвали, Airport Overlook.
Давайте проедем ради интереса. Я вот это видео обрежу, выложу отдельной строкой, а движение по трассе я сделаю отдельно. Какая скорость здесь, не знаю, гоню 50. Надеюсь, здесь полиции не будет, здесь не оживленная дорога, трафика нету. Но место, я думаю, примечательное. Сюда вчера я на ютубе смотрел видео с этого места. Люди просто в восторге, приезжают сюда по несколько раз в месяц, там детей привозят для развлечения. И дорога закрыта. А, она закрыта туда. Это обслуживающая дорога. И я не один, здесь полиция. С 8 до 10.30 пм открыта. Полиция сторожит. Наша милиция нас бережет. Сначала закроет, потом стережет. У меня есть трайпод. Вот он взлет, American Airlines. Все, я беру камеру и выхожу наружу. Продолжаем движение по маршруту, запланированному как экзаменационный маршрут на траке. Смотрим здесь внимательно за знаками. 45, это надо определить обязательно. Понять, какие скоростя везде здесь. Здесь такая змейка, дорога петляет, серпантин. Сзади BMW прижимает меня. Мы не будем его расстраивать. Будем ехать в режиме разрешенных скоростей, чтобы посмотреть нам за ситуацией. Да, надо брать большие радиусы, не пересекать желтую линию слева, не пересекать белую линию там, или не наезжать на бетон справа. Берем максимальные радиусы. Главное, так себе, когда на траке едешь, привычка уже пошло, а то без привычки. Так, мост, никаких цифр я там не видел по массе, какие там пропускные, пропускная масса у него 45, очередной знак. Едем дальше. Все, слева это аэропорт, все продолжается. Он огромный. Это целый город. Где-то здесь поворот на 90 градусов. Вот этот знак показывает этот поворот. И этот поворот резкий. Он не просто 90, он крутой. Он острый. Вот здесь самое такое. Вот в эту вот щебень нельзя заехать, сказано было. То есть надо пропускать всех, кто сейчас вот белая стояла, Шевроле, ее надо было пропускать и заезжать на встречку и давить. Так, мост. Ни нагрузок, нифига не написано. Типа, какая масса, грузоподъемность, высота, нифига не написано. Вот здесь какой-то знак стоит, сейчас посмотрим, что там на нем написано. Знак говорит только то, что у него впереди стоп, все. Короче, мосты, которые, как понимаю, свыше определенной высоты, под которые как бы разрешенные высоты все проходят, не обозначены. Потому что, блин, вот два моста проехал, никаких знаков, ничего. И он высокий. Если бы он, наверное, был низким, тогда бы пришлось, ну, тогда бы, наверное, написали высота и все остальное на нем. Какая-то металлобаза справа. Так, что здесь? Рекомендовано 30. Сбросим до 30. Чтобы нам узнать примерно скорость. Это, наверное, пятая передача на этом, блин, на траке. А на рельсах лучше помедленнее проезжать, чтобы инспектор в потолок лбом не ударил. В принципе, дорога не такая фиговая. Не пробита колея. Отремонтирована недавно. И идет спуск сразу, то есть это мне на руку, потому что переключаться не надо, на той же самой скорости можно давануть маленько, он пойдет сам под уклончик.
впереди знак железной дороги очередной. Так, no parking. Paul Creek. Опять проезжаем какой-то мост, никаких нагрузок, весов, ничего не указано. Так, здесь уже похуже дорожка, но здесь мы поворачиваем направо. Поворот. Пришлось мне запарковаться прямо вот перед поворотом. Батарейка запиликала и села. Все, поменялся. Просто не хочу обрывать видео, хочу проехать весь маршрут с видеокамерой. Потом можно его просмотреть, проанализировать еще раз, не торопясь, вечерком. А завтра по нему проехать. Едем дальше. Какой-то завод впереди, не знаю, что такое. Здесь первый раз, ну, второй раз. А вчера, не позавчера, здесь был проезжал на траке, и все. И то это предполагаемый маршрут, но 90% это тот же самый маршрут. Райончик не ахти, грязный, промышленный, блин, вообще. Дома такие заброшенные, ну, не заброшенные, а такие неухоженные, ерундовые. Вроде бы здесь нам направо. Да, Wilkinson Boulevard. Wilkinson Boulevard идет в аэропорт. То есть мы с Wilkinson повернули на улицу, сделали такую петлю и обратно на Wilkinson возвращаемся. Нам направо. Поедем под красный. Извиняюсь, чувак, но я тебе помешал. Пришлось ему притормозить. Да, реальная промзона. Ну вот и зона аэропорта, она неблагополучная вообще. И возле аэропорта жить вообще не прикольно. Там до ночи взлеты и приземления, взлеты и приземления. Это мы едем, не слышно ничего. А когда будешь сидеть дома в тишине, тут будет все слышно. Все эти ревы двигателей. Вот по этой вот Wilkinson Boulevard, по этой улице, по этому бульвару, прямиком едем до нашей стартовой точки. Но там есть один момент, что где-то идет перед прям базой, он иной раз говорит, проезжаем прямо и левый поворот прямо на базу. А есть перед этим какая-то улица, и он говорит, давайте здесь налево, еще небольшую петельку сделал, и на базу возвращаешься. Я точно не помню, где это именно происходит, но как до базы доехать, я знаю. Сейчас посмотрим. Едем на базу. А там уже что будет, то будет. Как скажет, так и проеду. Пам-пам-пам. Вроде бы не здесь. Thank you.
справа вы видите паркинг, многоэтажный паркинг, там, наверное, 3 этажа, который относится к аэропорту. Hybrid Electric автобус проехал. North George Birmingham Parkway. Дорога отремонтирована недавно, хорошая. Я так думаю, здесь она была раздолбана. И вот этот паркинг был недавно построен, абсолютно новый, который справа. Здесь у нас, как я уже посчитал, наверное, 2-й светофор. Где-то 3 светофора на траке проехать. С этим инспектором аккуратно. Speed limit 45. Speed limit 45. Так, дальше. Вот справа стройка. Ага, хардвуд. Я на этой хардвуд был. Ага, понял. Там хардвуд стор есть. Мы там в нем покупали паркет. Так, здесь у нас получается стройка. Проезжаем мост. Я помню, он мне говорил, что где-то, значит, там был поворот, на светофоре был, надо делать левый. И возврат происходит по этому мосту где-то там. Но по карте я не видел, чтобы проходил такой там коннекшн, ну, связь улиц между этим мостом и Гебаза. Может, он ошибся, не знаю. Ну, проведет меня там, значит, проеду там, без разницы. Нырнули под этот мост. Говорит, ехать посередке можно, не проблема. Главное, чтобы здесь не было такого тяжелого трафика, много машин, чтобы не было. Сегодня ехать замечательно, воскресенье. Так, после моста, ну где же база-то? Что-то тут далеко. Вон они слева, оранжевые траки стоят, контейнера, да. Вот здесь уже надо делать левый поворот и база слева. Вот оранжевые трейлеры. Все. Все ясно, что, куда и как. Направляемся домой.